Здравствуйте, друзья! Опять мы в этом домике. Участок 17 соток. Буквально 2 дня назад я был здесь. И предложение на этот дом уже сделано. 975 тысяч. Но залог пока не дан. Это видео залито мной на YouTube уже. Но люди его хотят смотреть лично. Понимаете? Поэтому я опять здесь в очередной раз. Террасу сделать. Террасу, ну типа если посадить какие-то там эти самые. Или же продать этот участок, и чтобы кто-то дом построил. То есть, он... А он его срубит, опустит под уровень той дороги. Конечно, и заезд сделать снизу. Заезд. Да, да. Это можно делать. Ну не можно, а нужно. То есть как же рельеф трогать можно здесь? Ну конечно, все что угодно. Здесь же вот эти все дома стоят, они же вся гора, она вот так и срублена. Ну, вот этот дом-то по виду. Вот он. Выигрывает этот дом намного, а цена не сильно отличается. Нет, ну сейчас посмотрим этот. Не-не. Чем выше расположение, тем дороже по всем параметрам. То есть земля изначально была там дешевле, здесь дороже. Здесь дом был сложнее земли построить. Уже нет свободной здесь. Что? Земли уже нет свободной. Есть. Это если дом построить себе. Да. Но стоимость земли сейчас самая дешевая, которая есть, мы можем потом заехать посмотреть, стоит 225 евро за квадрат.